Нина! 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 Ниночка! Миша! Что? Почему мне так, в темноте? Мне так плохо стало вдруг. У меня голова закружилась. Пойдем, пожалуйста, на улицу. Хочешь спать? Да. Да, я очень хочу спать. А ты хочешь спать? Нет. Если ты ляжешь, я еще поработаю. Нет, я тебя никуда не пущу. Я без тебя не лягу. Пойдем, пожалуйста, со мной. Подожди, я никуда не ухожу. Что ты дрожишь-то? Ну, просто я себя плохо чувствую. Я себя плохо чувствую, но без тебя я не лягу. Я тебя умоляю. Пойдем со мной, а? Хорошо, хорошо. Пойдем. Конечно, пойдем. Пойдем. Не спишь? Сплю, сплю, милый. Спи.
Доброй ночи, сынок. А помнишь, как ты ночью уезжал в Питер и со мной прощался? Я хочу, чтобы ты всегда мне снился. Воскрес. Или это не ты? Это я. Я не умер. Этого не может быть. Этого не может быть. Ты же был мертв. Я видела это. Ты был мертв, Саша. Перст ты вложишь. Мама. Мамочка, зачем? Зачем ты здесь? Я приехал за тобой и за Васькой. Через 2-3 дня мы выедем отсюда навсегда. Замолчи. Сейчас ты должна мне помочь. Слышишь? Завтра ты должна достать машину. Ты вывезешь меня отсюда. Не останавливайся. Поедешь на Садовое. У Курского вокзала снимешь квартиру на сутки. Ты поняла? У нас все получится. Где ты был? Где ты был, Саша? Я же похоронила тебя. Я же пережила твою смерть, я стала вдовой. Я стала твоей вдовой, Саша. А ты где там был? Где? Где? Там лучше не быть. Лучше считай, что я воскрес. За тебя человека. Я стреляла в него, а ты был жив. Я не должна уздоровить. Я не виноват, что я выжил. Но я выжил. Я не мог тебе дать знать. Сразу, как только смог, я пришел к тебе. Я пришел к сыну. Thank you.
Доброе утро. Привет, Миш. Ниночка, что-то ты сегодня забыла. Да? Это другое дело. Тики-тики. Мам, ты Мише две вилки дала. Прости, пожалуйста. Она же дает в этом доме? Конечно. Кудна? Кудна? Да. Нет. Мам, я ему опять вилку мыла. Что ты здесь вынешь? Спасибо. Приятного аппетита. Так. Добрый вечер. Доброе утро, извините. Доброе утро. Ну, проходи, позавтракай с нами. Нет, нет. Ну, может, кофе тогда? Кофе, сок? Нет, нет, спасибо. Соку ему, соку. А то он вчера всем по 150, а мальчонке соку. Вася. Приятного аппетита. А вы слышали? Вчера вашего соседа убило. Убили генерала Бессонова. Что? Мне охрана сказала. Это как убили? Он вчера вечером к нам заходил. Правильно. Прямо вот по дорожке между вашими домами. А Гавриков расстреляли, как Цуциков. Мам, а что такое Цуциков? Папа поет? Дядя. Во-первых, дети тоже люди. Почему я не могу послушать? В-третьих, в лицей все же не пойду. Я лучше дома останусь, в прятки буду играть. Я сказал, быстро, дядя Вася. Главное, я не пойму. Его взорвали прямо в машине. А почему не расстреляли? А охрану расстреляли. Они ни одного даже выстрела не успели сделать. Надо же. Мы ничего не слышали. Ну, правильно, потому что работал суперпрофессионал экстра-класса. И пистолет с глушителем. И поэтому не слышали. Что с тобой, Нин? Жалко генерала. А Шепель тоже убили, тоже вчера. Ну, это хорошая новость. Одним врагом меньше. Да. А откуда вы все это знаете, а? Из газет. А, Нина, тут про вас тоже написано. Вот на третьей странице. Надеюсь, не связаны с этими убийствами, нет? Нет. Шепеля и генерала Бессонова менты увязывают в одно дело, потому что работал суперпрофессионал и стреляли из одного и того же оружия. Бессонову жалко, а Шепеля собаке собачья смерть. Я знаю, он меня заказал. И менты знают, что он заказал, и знают то, что вы знаете, что он заказал. И что? Ну что? Под вас сразу начнут копать, потому что кому нужна выгодна его смерть? Месть там и все прочее. Тебе не надо больше коньяку пить, у тебя какой-то уже похмельный страх. Ой, действительно, в самом деле, вообще без коньяка в этой стране жить страшно. Вот врут-то, господи, а! Вот врут. Не жила я с Депардье, я в Париже вообще не была. И у Терри Гильяма не снималась, сумасшедший дом какой. Нет, ты знаешь, сумасшедший дом – это что действительно было в твоей жизни. Но ты представь, читатель узнает возвращение известной модели Нины Силаковой в модельный бизнес из сумасшедшего дома. Нет, нет, вот Париж, пожалуйста, из Лондона, из Нью-Йорка, пожалуйста, да хоть с Венеры. Главные имена, вот они Депардье, вот они здесь все, да. Шумиха, трескотня, как китайский фейерверк. Твое имя люди должны увязывать с чем-то очень приятным, с тем, чтобы им самим очень хотелось иметь или быть. Пиар. Самые лживые и подлые люди, каких я знала, были как раз пиарщики. А мне плевать.
Главное, что я тебе сказал, ты не продавщица, ты моя самая любимая модель. Миш, мне нужна машина. В котором часу я пришлю шофера? Нет, я хочу сама ездить, прошу тебя. Ой, Ниночка, на дорогах так много безумных теток, которые не дают народу нормально ездить. Мне от этого очень страшно. Зачем вам увеличивать их число? Михаил Евгеньевич прав. Вам надо ездить с шофером. Я хочу ездить сама. Сама. Прошу тебя. Ну, что, сегодня именно, да? Да. И куда ты собираешься ехать? Ну, там надо заехать в два магазина, в агентство поговорить и, ну, там много всяких дел. Если женщина хочет ездить одна без водителя, который предложил ей муж, значит, ей есть что скрывать. Мне просто нравится. Ну, и он прав. Я готов вас долго дожидать. Почему не переоделся? Быстро наверх переодеваться. Поехали. А шоферу я тебе пришлю часа через полтора на весь день. А, да, возможно, сегодня позвонит тебе следователь. Удели ему час-другой, да? Mm-hmm. Я обещал. Пока. Я принесла тебе газету. Последние новости про тебя. Когда будет машина? Не знаю, будет. И учти, если сюда кто-нибудь зайдет, кроме тебя, я вынужден буду стрелять. Ты же не хочешь стать вдовой во второй раз? Ты хоть что-нибудь знаешь? Обо мне, о Ваське, ты знаешь, что с нами было? Как ты смеешь все это говорить? Кое-что знаю. Я смогу оправдаться перед тобой. Хотя бы тем, что я тебя любил и люблю. И я не то, что ты обо мне думаешь. Ни разу за нашу жизнь я не подумала, что мой муж убийца. Что он убивает людей. Даже подумать такого не могла. А теперь ты сам сказал об этом. Нина. Ты достанешь машину? Да, как только смогу. Не знаю. Все-таки, Михаил Георгиевич, странно, что она так настаивала на своей машине и на отдельных поездках. Кольцо одела, и что, в силу свою уверовала, норов демонстрирует. Жена Цезаря вне подозрения. А в народе говорят, на вдове жениться, что старые штаны одеть. Не вошь так, гнида. Останови машину. А чего этот? Зачем? Пошел вон отсюда. Михаил Евгеньевич. Я сказал, пошел вон. Михаил Евгеньевич, прости, а? Ну, прости, Михаил Евгеньевич! Ну, прости! Ну, прости! Про Силакову читала? Про Ниночку нет. А что? Про Ниночку, ну, ты даешь. В газете статья на полстраницы. Силакова в шмотках, Силакова с розами. В какой газете-то? Дай посмотреть. Оля, у тебя есть газета? Маркиза забрала. Статья типа «Здрасте, ваша тетя». Я возвращаюсь.
Вот она я, Силакова. Поцелуйте меня в задницу. Ну и поцелуешь ее в задницу. Потому что Ниночка у нас на самом деле королева. Спасибо, Варя. Ниночка! Ниночка! А ты снова к нам, да? Подожди, мне хорошо. Женщина, мне тут одну минуточку. Я что-то не понимаю. Вы к кому, женщина? Вы что-то перепутали? Ты еще здесь, Ольга Петровна? Ну, я здесь, конечно. Тебя уже нет. Силакова! Силакова! Наталья Шотна, она сама, она ворвалась. Я ее не пускала. Да. Закройте дверь! Прошу. Успел пробежать статейку. Ничего, статейка. Дорогая. Коммерческая тайна. Не говори, не говори. Мужичка подцепила богатого. Ладно. А куда ты это возвращаешься? Я что-то не понимаю. К вам, только еще не решила кем. Пока, вероятно, ведущей моделью. Боже мой, какие новости, а? А может быть, сразу на мое место? А? Может быть. Но пока ведущей моделью мне так удобнее. А мне, представь себе, нет. Это ненадолго. Алло, Нефтемашбанк. Председатель правления Михаила Колесника, пожалуйста. Нина Силакова. Миша, здравствуй, милый. Скажи, пожалуйста, тебе что-нибудь говорят слова? АО «Транснефтепровод», ЗАО «Нефтяные сети Сибири». Ты их кредитуешь. И много они должны? Нет, я спрашиваю, потому что, насколько я помню, это учредитель одного модельного агентства, чей директор очень хотел бы со мной работать, да. Да, я хотела узнать, знаком ли ты с ними. Спасибо, милая, целую тебя. Ну что же, пожалуй, я даже рада, что мы будем работать вместе. Кофе, чай, фрукты. Взгляните, Ниночка, это расписание дофиле на следующую неделю. Может быть, вам что-нибудь понравится. Может быть, но сейчас мне нужна машина. За машину расплачусь позже. $1200. Хватит на «Жигули». Иди покупай. Нет, это мне долго. Машина мне нужна прямо сейчас. У меня нет. Я сама езжу на такси. Жаль. Ниночка. До встречи. Ниночка, а дефиле? Завтра в 12 у Лидии Сосели. Прекрасная возможность представить себя. Позже. Потом. Ешьте на здоровье. Варя, Варя, у тебя есть машина? А ну-ка, смотри, какая, а? Ты представляешь, была такая старенькая, а сейчас мужик такую тачку подарил. Ой, Нинка, ты представляешь, мы с ним... на один день, а? Кого? Мужика или тачку? Машину, конечно, можешь. Ой, Нин, а мне вообще-то ехать. Понятно, я... спасибо. Нина! Нина, ну прости меня! Что я говорю? Ну что, я совсем, что ли, московская стала? Ну ты думаешь, я забыла, да? Помнишь, как я приехала? Как здесь топталась, как я к тебе пришла? Так ты дашь машину? Ну, конечно. Конечно, я дам машину. Пойдем. Вот, держи ключи. Только
Только не уезжай, я напишу доверенность и вернусь, ладно? Ну, спасибо. Все. Да, да, это я. Кто? Какой майор Никитин? Ах, да, конечно, конечно, помню. Нет, вы знаете, через 2 часа не могу, через 3 тоже не могу. Нет, я вообще сегодня не могу. Да, муж предупреждал. Ну, извините, так получилось. Да, давайте созвонимся завтра. Хорошо, спасибо большое. Я буду здесь еще долго, вы свободны до вечера. Приезжайте за мной к 6. Или лучше к 7 часам, хорошо? Понял. До свидания. Эй! Эй, ты где? Вот ты где, я тебя зову, зову, пошли. Саша. Что? Я не поняла. Меня зовут Саша. Саша. Скажи быстрее, Саша! Ты что, издеваешься? Нет. Мы были почти с тобой 9 лет. Мы не разлучались. Мы любили друг друга. В разлуке мы были совсем недолго. И вот ты уже избегаешь называть меня по имени. Когда я называла тебя по имени, я не знала, кто ты. Теперь знаешь? Да, теперь знаю. Но не знаю имени для тебя. Но я такой же, как был. Я не изменился. От этого еще больнее. Может, привыкнешь, нет? Нет. Короче, сейчас идем к машине. Я открываю багажник, прыгаешь туда. Я дам тебе знать, понял? Пошли. Ты можешь быстрее? Thank you.
водичка чистенькая? Чистая. Может, искупнемся? Опа, вдвоем? Вдвоем. Снимай разгрузку. Что? Форма одежды номер раз. Конечно, конечно. Хорошая машина. В «Жигулях» бы было хуже. Добрый день. Изольда Артуровна. Да? Вы скажите, что Воронин просит принять. А? Хорошо. Михаил Евгеньевич, здесь Воронин. Просит принять. Передайте ему, что он уволен. Дима, ну ты ведь знаешь его. Он отходчив. Подожди. Кофе хочешь? Чего? Кофе хочешь? Да. Да. Сейчас. Mm-hmm. Четвертый этаж, одна комната. Прошу к милиции. С участковым полный консенсус. Не побеспокоит. Сколько? 30 минут. 30. Хорошо, договорились. Договорились. Только оплату предпочитаю заранее и без альтернатив. Михаил Евгеньевич, вас Никитин. А какой Никитин? Следователь по особо важным делам. Переключай. Да? Добрый день. А, здрасте, товарищ майор. Как дела? А, да, жив-здоров, да. Как семья? Семья тоже, все, слава богу. Сегодня ваша жена отказалась прийти ко мне. Вот как? Да, знаете, я тоже не ожидал. Может, ее вызвать повесткой? Нет, ну, вот, повестка, я думаю, будет лишняя. Наверное, она заболела. Она же задерживает следствие. О. Знаете, я сегодня ее вижу и обещаю вам, завтра она будет у вас. Надеюсь. Да. До свидания. И вам всех благ. Изольда. Да, Михаил Евгеньевич. Соедини меня с дачей. Хорошо. Михаил Евгеньевич, трубочку возьмите. Алло, это кто? Андрей. Андрей. А, вот что, во сколько сегодня Нина уехала? Машине. Возвращалась зачем? Собрала вещи, уложила в багажник. Ага. И во сколько это было? Около 15 часов. Номер машины запомнил? Так точно. Так давай. Ауди, К-102, Ульяна Вера. Угу. Все.
Пока. Воронин там? Ждет Михаил Евгеньевич. Пусть зайдет. Иди. Ой, я с кофе. Да ладно, заходи. Михаил Евгеньевич, ну, прости. Да ладно, уже простил. Пробей мне этот номерок. Я быстро. Проходи, смотри. Вот комната. Вот недавно ремонт мы тут сделали. Вот, а здесь ванная. Посмотри, кухня, все функционирует. Все вот. Да, хорошо. Оп. Да. Здравствуй, Ниночка. Здравствуй, милый. Где ты находишься? Я недалеко от Курского, Миша. А что ты там делаешь? И что это за шумит у тебя вода? А я в химчистке вещи сдаю. Какие вещи? При чем здесь? В какой химчистке? Где она находится? Ну, пледы там, одеяло. Я не знаю, на какой улице химчистка. А передай трубку приемщице. Приемщице? Сейчас. Объясните моему мужу, где находится ваша химчистка. Слушаю. Зачем от работы отрываете? Моя химчистка находится на Волочаевской улице. Стыдно не доверять такой хорошей женщине. Откуда вы знаете, что она хорошая? Ну, это я сейчас такой ерундой занимаюсь. А вообще-то я физик твердого тела. И привыкла смотреть в корень. Передаю трубку. Да. Тебе следователь звонил? Следователь? Не помню. А, да, да, звонил. Но я не смогла пойти к нему, я себя плохо чувствую, да. Я тебе вечером все объясню. Да, мне неудобно говорить. Пока, милый, целую тебя. Муж. Муж. Ну, договорились? Да, договорились. Деньги давайте. Деньги у меня в машине, я сейчас принесу. Давайте. Вылезай, никого. Машина принадлежит Игорю Прокудину. Так, кто это? Это криминальный тип по кличке Жора Шаурма. По-моему, связан со всеми московскими группировками. Так, значит, думаю, что у нас получается. Последний факт. Нина захотела поехать в город. Я дал ей водителя. Она стала настаивать на собственной машине. Зачем? Ну, с водителем удобнее и спокойнее, правильно? Да. Ответ прост. Она хотела ездить одна. Ну, то есть без человека, связанного со мной. Почему? Видимо, потому что она хотела что-то сделать или с кем-то встретиться, о чем не должен был знать я. Дальше. Она оказалась знакома с этим, как ты говоришь? Шаурма. Шаурма. Знакома близко, настолько близко, что взяла у него машину. Она не поехала к следователю, хотя мы об этом с ней договорились. Сославшись, ну, на болезнь. Хотя эта болезнь не помешала ей вернуться в дом на машине этого Шаурмы. Она же не могла не понимать, что я об этом узнаю. Значит,
нее должны были быть какие-то очень веские причины. Какие? Ну, хорошо, она стала выносить из дома, что там, пледы, одеяло, якобы в химчистку. Но это мелко для таких сложных движений. И потом, почему не воспользоваться шофером? Конечно. А может, она еще что-нибудь вынесла? Подожди, ну ты совсем уже, да? Да. Прости. Хотя, если вспомнить, что прошлой ночью убили. Бессонного рядом с нашим домом. Всю ночь выли собаки. А собаки всегда покойника чуют. И сделал это суперпрофессионал. Сделай так, что с сегодняшнего дня я знал о каждом шаге Нины. О каждом. Понял. Отдай деньги. Расчет $30 в день. 3 дня покувыркаемся, на 4-й заходи. Может, продлим удовольствие. Сдачи не надо. Ключи. Ну что, Нинуля, поговорим?